Давно хозяйка жоку не снимала. Посмотрите, как она интересно пьет кефир. Промокла жока, сейчас тебе надо обтирать после дождичка. Гроза была, и она и убежала в грозу. Не успела я вовремя ее захватить. Ну, чуть промокла, но лучше просушить, чтобы не было никакого воспаления. Просто вот посмотрите вот, на ее лапку. Курочка. Да, жока. Как курочка. Когда твой котик немного курочка. Ну, пролили кефир немного. И как-то вышло. Тут подали на порожках. Еда на вынос. Приятного аппетита. Вкусный густой кефир. Ням-ням, ням-ням. Еще бы заснять бы тебя, но боюсь, ты убежишь. Опа. Чтобы было видно всем. Ой, плохо снимает что-то твоя хозяйка. Угу. Угу. Да, молодец какая. Ты княгиня, боярыня ты. Да, королева. По жизни ты королева. Молодец. И только королевы достойны лучшего кефира в такую жаркую погоду. О, теперь лапку вторую положила. Молодец. Я надеюсь, мародер тут мелкий не придет. Наша пахлавушка. Она в отдельном месте пьет. Не мешаем. У нас отдельно каждый пьет. А рыжик пошел гулять. Тоже поел, попил, запил. Молодец, жокочка. Хоть дождик пошел, нам хоть чуть прохладнее стало в этой 40-градусной жаре. А вот сейчас, может быть, вы увидите или не увидите. Пахи. На пахи. Чё не подходишь? Не хочет пахлава подходить. Вот так вот. Я-то думала, просто она в моем видении, пахлава, не в вашем. Не хочу показывать. А жоком. Вот. Вот, вот, вот. Сейчас начнется. Вот так вот жока шипит, если вам слышно. Ну, хоть не отбирает пахлава. Но все равно. Над душой, да, стоит. Не дает выпить до конца. Жока, ты же боярыня. Ох, потягушки. Все, а тут надо последние капельки. После боярыни допить. Но почему? Вот еще в таком положении интересном. Пахи, ну пахлава, почему ты так делаешь? Ну и все. За княгини надо допить. Вот так у нас и проходит. Я просто думала, обычно у нас пахлава отбирает рыжика жока, у нас обижаются. То, что вот пахлава ревнует немного, но это пройдет со временем. Она отбирает у них еду, и они сразу же убегают, обижаются. Но тут в этот раз она не отбирала, но плохо себя ведет. Ты ж пила кефир. Так нет, надо долезать, удостовериться. Пахи. Ну кто так делает, а? Пахи. Кто так делает, а? Мордочка в кефире. Мяу. Ладно, пока-пока.